У каждого участника специальной военной операции есть крепкий и надежный тыл – его семья. Глава городского округа Серпухов встретился с военнослужащим Алексеем и его семьей. Пока глава семьи в отпуске, есть возможность познакомиться и обсудить все волнующие вопросы. В зоне СВО Алексей несет службу уже полтора года. Дома его ждут жена Инна, сын Андрей и дочь Анна. На встрече в администрации глава округа Сергей Никитенко интересуется тем, как проходит служба Алексея и как себя чувствуют его родные. Папу радуйте успехами в учебе, это главное для него. Дети Алексея учатся в 7-й школе, занимаются спортом и творчеством. Анна посещает театральную студию «Синяя птица» во Дворце культуры России, а сын Андрей тяготеет к точным наукам, а в свободное время тренируется в бассейне и осваивает игру на гитаре. Супруга Инна отметила, что с семьей всегда на связи Центр поддержки участников СВО, членов их семей. Помогают и сотрудники администрации муниципалитета. В мирной жизни Алексей занимал должность заместителя директора производства по общим вопросам на заводе «Артпласт». Депутат горсовета, директор производства компании «Артпласт» Игорь Харьков рассказывает, что коллеги гордятся Алексеем и всеми сотрудниками предприятия, которые сейчас защищают интересы Родины на передовой. На память. Благодарю. Спасибо. Наша сегодняшняя встреча, я очень рад сегодняшней нашей встрече, нашему знакомству. Ждем вас, Благодарю. Отпуск Алексея всего 15 дней. Пролетел как одно мгновение. Завтра ему возвращаться на передовую. Со своей стороны, администрация Серпухова всегда готова оказывать всю необходимую помощь, содействовать семьям в решении бытовых проблем.